Добрый день, веселая минутка. С вами Дмитрий Гусев, сайт помидом.ру. Я выращиваю свои семена и продаю их. За вчерашний день подписалось 200 человек на наш канал. Я попросил, чтобы вы подписывались, и видите, какой хороший результат. У нас осталось всего 1000 подписчиков до 100 тысяч человек. Вот, видео очень хорошее, многие буквально миллионные просмотры по теме огородничества, садоводства собирает. Так что подпишитесь, пожалуйста, вам как бы ничего не стоит, а мне будет приятно, у меня будет 100 тысяч за эти много лет работы на канале. Сею редиску сейчас, семена. Вот. И, значит, я не стал, удалил этот комментарий. Было написано, что обработайте эпином, и все, у вас ничего не замерзнет. Эпин, типа, вот растение укрепляет от заморозков. Понимаете, заморозок как действует? Вот тут клетка живая, круглая, да, она замерзает, лопается, все содержимое буквально растекается от этого. Ну, кристаллизуется вода внутри, то есть целиком растение погибает. Эпин для чего нужен? Для того, чтобы после заморозка он активирует рост клеток. И после заморозка, если что-то живое осталось, оно побыстрее восстановилось. То есть, как бы он от заморозка, ну, вот, ну никак не защищает. То есть, от укрытия вы никуда не уйдете. Надо закрывать там, картошку окучивать, какие-то растения там, газеты закрыть, не знаю, что еще. Вот. Обязательно где-то обогреватели в теплицу поставить. Потом пишут, что кукуруза выдерживает заморозки. Смотря какой сорт кукурузы. Кукуруза, она родом из Америки, она и растет, ну, так скажем, и в Южных Штатах, вплоть до Канады там, да. Вот. Перуанская кукуруза вообще холодов даже не выдержит. Смотря какой сорт. Современные гибриды там делают, да, действительно, там улучшают настолько, что она может небольшие заморозки выдержать. Тем более канадские, например, сорта. Вот. Но в основном обычная кукуруза, она, естественно, никак не выдерживает. Потом цветочек плодовый, да, тоже говорят, что там плодовые культуры, там яблони, там груши выдерживают небольшие морозы. Да, но на каком развитии цветок? Молодой цветок или уже опыленный цветок? Понимаете, тут тоже разница большая есть. Или он еще бутон не раскрывшийся. Вот, и тоже зависит все от сорта. И также у всех овощей, то есть, ну, какие, смотря какие сорта. Вот, какие устойчивые более-менее к заморозкам, которые нет. Например, капустные культуры, да, крестоцветные, практически все к заморозкам устойчивы, невзирая там на сорт. Вот. Но есть некоторые южные сорта капуст, которые могут быть неустойчивы. Вот. У меня, слава богу, таких нет. Вот. Укроп обязательно укрывать. Но я уже повторяюсь, я говорил об этом. Посмотрите еще прошлое видео. А эпин, к сожалению, у вас от заморозков, вот, было бы великолепно. Сейчас бы все бы и в хозяйствах больших эпином бы полили все поля, и ничего ни у кого не замерзло. Так что он поможет восстановлению, росту. Но только если что-то живое там вообще останется, понимаете? Так что не надейтесь на эпин, берите, укрывайте, ставьте где-то обогреватели, в общем, присыпайте землей, вот таким образом действуйте. А эпин, ну, лишним не будет, но не поможет, к сожалению. Вот. Восстановиться поможет, а так нет. Все, с вами был Дмитрий Гусев, заходите к нам на сайт, покупайте наши семена, семян срок хранения может 6 лет еще вперед лежать, и ничего им не будет. Закупитесь заранее, нам поможете выдержать вот это межсезонье, я буду вам очень благодарен. Что еще сказать? Ну и подписывайтесь, 200 человек за один день, это 5 дней, у нас будет 100 тысяч подписчиков. Вот, сделаем какой-нибудь праздничный выпуск, вот, что-нибудь, чем-нибудь порадую вас. Все, спасибо огромное, продолжаю сеять редиску, вот она у меня тут лежит, семечки редиски. Все, спасибо.